Томске на головы людей падают сосульки. Спасатели предупреждают горожан о возможной опасности. Из-за резких перепадов температур на крышах домов образовалась наледь. Инспекторы санитарной полиции уже выписали около 40 предписаний собственникам зданий и управляющим компаниям. В Омске только за зиму 2016 года от падения снега с крыш пострадали 2 человека. Между тем, на выходных в городе ожидается похолодание. МЧС рекомендует омичам быть внимательнее.